Сегодня была раскрыта причина тайной свадьбы 34-летней Марины Банковой и 27-летнего Андрея Зубкова. Супруги ждут ребенка. Баскетболист подмосковного клуба «Химки» и его жена рассекретили беременность. Зубков показал откровенное фото. «Семья превыше всего», — так подписал спортсмен трогательный кадр, на котором он целует супругу в обнаженный живот. Марина находится на последнем триместре беременности, поэтому Андрей поставил хэштег «Скоро». Снимок восхитил многих друзей баскетболиста. Комментарий оставила и Анна Седокова. «Поздравляем!» — написала поп-звезда. «Ань, а вы с Янисом когда за четвертым пойдете?» — спросили певицу. Возлюбленная баскетболиста Яниса Тима не смогла ответить на этот вопрос. Зубкова опубликовала другое фото. Блондинка позирует, сидя на полу. Супруг нежно обнимает ее округлившийся живот. Марина 11 лет прожила в официальном браке с солистом группы «Иванушки International» Андреем Григорьевым Аполлоновым. Они воспитывают двоих сыновей, 16-летнего Ивана и 11-летнего Артемия. После развода мальчики остались жить с матерью. Жена музыканта стала появляться на публике с новым бойфрендом в апреле 2019 года. 6 декабря спортсмен объявил о помолвке со своей избранницей. А за два дня до Нового года они зарегистрировали брак в ЗАГСе Санкт-Петербурга. Марина взяла фамилию нового мужа. Молодые люди отказались от пышной свадьбы.